Про відбудову України і міжнародну допомогу у цьому докладно будемо говорити із Георгієм Біргадзе, експертом з економічних та політичних питань. Доброго ранку, слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Післявоєнна відбудова – складний процес, який має орієнтуватися на громадян, оскільки треба сприяти у поверненні їх додому, забезпечити робочими місцями. Про це заявив мер хорватського муніципалітету Липек Вінко Касана. Їхня країна також пережила процес відбудови після війни. От яким має бути почерговий план відбудови України? Що у беззаперечному пріоритеті? Дело в том, что сегодня мы видим с вами, что разрушено почти, наверное, уже больше, чем 40 тысяч объектов, и они разного типа. 6674 разрушено многоэтажек, 29108 – это частные дома, 225 школ, 184 садиков, 2070 здание сферы ЖКХ. Это колоссальные разрушения, и это происходит каждый день. Вы понимаете, что оно так растет, эти цифры. Сегодня самое главное, это чтобы обеспечить, чтобы люди к нам вернулись в свои дома. Это самые главные тезисы, которые сегодня говорится. Это о том, чтобы в обязательном порядке случилось так, чтобы мы за fast recovery можно было восстановить первое необходимое. Это чтобы люди пошли, чтобы дети пошли в школу, чтобы можно было получить какой-то медикаментный медицинский центр, чтобы сходить там, да, и начали восстановление именно того жилья, чтобы можно было в первую очередь те люди, которые переселенцы, у которых невозможно так сегодня заехать в свои дома, чтобы в первую очередь задовольнить их, вот, чтобы им можно было построить. И хочу добавить, что строительство всего, что мы там сможем построить, это там с такими темпами, как декларируют сегодня проект Fast Recovery, это будет тяжело, потому что страна будет восстанавливаться, я думаю, это 10-15 лет. И мы должны понимать, что мы должны модернизировать, не построить так, как это было раньше, а мы должны новые технологии внедрять. Поэтому, на мой взгляд, я думаю, что первое, то, что необходимо, это будет, наверное, полгода-год, те финансы, которые мы сегодня просим также и своим союзникам, нашим союзникам, да, и считаю, что это обязательно должно быть восстановление сетей, обязательно должно быть вот то, что сегодня людям так необходимо, чтобы их можно было заселить. Это в первую очередь. А потом уже будем восстанавливать все остальное. А чиїм досвідом, на вашу думку, варто скористатися Україні, де були найуспішніші варіанти великого будівництва? В Украине было великое будівництво, один из успешных, это я не шучу. Но на самом деле у Европы, да, у Европы есть прекрасный опыт. Если вы помните план Маршалла, как восстанавливалась Европа, какими темпами там, да, после войны. Поэтому сегодня та группа, которая работает в офисе президента под проект Fast Recovery, то у них есть тесные связи, я знаю, с Европой, с людьми, у которых есть огромный досвид в этом восстановлении строительства. Поэтому страны Балтии, Германия, у них огромнейший опыт в этом. Австрия также, у них огромный опыт. Поэтому они привлекаются, и я вам хочу сказать, очень успешно. Чтобы вы понимали, сегодня происходит вообще уже создана программа в онлайн-режиме. Все объекты, которые повреждаются, они добавляются в онлайн-режиме. Это очень важно. То есть практически идет мониторинг каждый дневный, чтобы понять, что разрушается у нас в стране. И эта информация, она накапливается, она есть. И я думаю, что в ближайшее время, я думаю, что будет доступ и простым людям, чтобы они это увидели. Вот впродовж того, что вы сказали,
Fast Recovery передбачає бюджет більше 17 мільярдів. 17,4 мільярда. Так. На що цього може вистачити при умові, що обстріли ведуться і нові руйнування виникають? Ну, вот только сегодня прилетела в Николаев, пока вот мы с вами общались, закончилась Харьков, повітряна тревога, в Краматорск. Скажу вам так, 17,4 миллиарда – это то, что нам необходимо прямо сегодня. Прямо для того, чтобы люди, это было самым минимум сделано, чтобы люди могли вернуться самым минимальным. Если в цифрах, то повреждение составляет сегодня 48,9 миллиардов. Вообще убытки в нашей стране уже превысило 700 миллиардов. Поэтому мы сейчас не говорим о цифрах там, масштабных, чтобы там, не пугать наших партнеров. Но 17,4 миллиарда – это первая необходимость, как, не знаю, там, знаете, ну, вот, как воздух, что, с чего мы должны стартовать и с чего мы должны начинать. И если мы хотим, чтобы ребятишки вовремя пошли в школы, вовремя пошли в садики, чтобы можно было прийти, я уже говорил до этого, да, и чтобы оказали нам минимальную помощь какую-то медицинскую, чтобы можно было прийти и проплатить квитанцию, потому что почти, я вам говорил, больше 2000 зданий разрушено в сфере ЖКХ. Это, то есть, это значит, нету света, нет воды, нет электричества в домах, понимаете, да? Поэтому вот 17,4 – это самое минимальное для того, чтобы можно было эффективно отстроить дома и можно было заселить людей. Нам вже прогнозують те, що цей опалювальний сезон буде дуже важкий. І ми вже помічаємо, що росіяни цілять по ТЕЦ. Зрозуміла їхня логіка. Як от ви сказали за інфраструктурні об'єкти, за житлово-комунальні системи? Критичні інфраструктурні об'єкти, так. На що можна, знаєте, на випередження взагалі в цій ситуації, можна спрацювати, скориставшись цими грошима? Ви знаєте, давайте, вот вы говорите о том, что будет сезон важкий. Да, действительно, вообще, я сколько себя помню, всегда говорили, что сезон будет важкий, и каждую зиму, если вы помните, тут особенно... Мы уже верим, любили, что уже будет важкий. Мы сегодня понимаем, что это уже реальность. Это уже реальность. Вот. Дело в том, что мы должны понимать, что если сегодня наше потребление газа, ну, скорее всего, я не думаю, что оно будет превышать 15 миллиардов, потому как у нас общее потребление в стране было 26-28 миллиардов. И объекты промышленности были изруйнованы, какие споживали. Да, вот я к этому веду. Там, да, то есть наша добыча это было 16-18 миллиардов кубических, плюс 4-6 миллиардов это были частные компании, и остальное мы докупали. Сегодня я думаю, что как раз премьер-министр обратился, если вы видели, по поводу ленд-лиза по газу, чтобы можно было нам предоставить в рассрочку газ. Я думаю, что если сегодня наше правительство поднатужится, то поверьте мне, что есть те объемы. У нас в хранилищах есть 5 миллиардов сегодня, почти 6 газа. Я думаю, что можно будет пережить эту зиму, и со следующего года, после нашей победы, в чем я очень уверен, будем жить нормально. И я не вижу трагически, что мы прям замерзнем, как это любят разгонять в России, что без их газа мы не сможем жить. Но и у меня таких прогнозов нет. Оно будет тяжелое, но поверьте мне, что у нас есть сегодня в Украине столько газа, чтобы обеспечить людей. Я еще дозволю себе додати, пане Георгію, по-перше, вони не дочекаються, по-друге, ми загартовані. Дякую вам за розмову. Це був Георгій Біркадзе, експерт з економічних та політичних питань.